Шахта гномов. Лови, Барнаби. Теперь ты, Стробери. Тебе, Холли. Ой! Что это было? Я не знаю. Это из старой шахты гномов. Разве в шахте гномов кто-то живет? Нет, никто. Я слышу голоса. Ой! Это было громко. Мы должны рассказать старшим. Старый эльф, там странный шум в шахте. В шахте? Какой шахте? В старой шахте гномов. Вам нельзя там находиться. Это очень опасно. Мы не были там. Мы просто услышали громкий бум. Да, и земля затряслась. Ой! Вот так! О, нет! Гномы проснулись! Проснулись? Да, глубоко в недрах шахты спят гномы. Они спят долгие-долгие годы. А потом, когда просыпаются, начинают копать. Что они ищут? Драгоценные камни, золото, алмазы и другие драгоценности. Да, но ведь от этого не может быть столько шума. Может, когда гномы берутся за дело, они прокладывают взрывчатку под землей. А затем копают сквозь завалы. Они копают и копают и копают и копают и копают. Да, да, миссис Эльф. Они копают до тех пор, пока не устанут и снова не заснут. А потом они спят и спят. А как они выглядят? Они большие, больше, чем мы. Да, гномы огромные. Это очень тревожное время. Все маленькое королевство может быть перерыто. Ямы повсюду. Что же нам делать? Надеяться, что они будут копать в другом направлении. Надеяться, что они не доберутся до нас. Доброе утро. Сообщаем вам, что в этом районе будут проходить земляные работы. О, нет. Мы приносим вам свои извинения за любые неудобства в связи с вашим путешествием. Путешествием? Каким путешествием? Мы никуда не уезжаем. Нет, я думаю иначе. Посмотрите на эту яму, кто-нибудь может упасть в нее? Думаю, нам надо поговорить с королем. К вам, старый эльф, ваше величество. Гномы, ваше величество. Гномы? Они вернулись? Нет. К сожалению, да. Ведь их не было видно целую вечность. А теперь они проснулись. Ясно. Что ж, они живут в основном под землей, может быть, все обойдется. Но они уже вырыли яму около дерева эльфов. Это всего лишь одна яма. Сделайте из нее пруд или еще что-нибудь. Ваше величество, вы не понимаете. Это только начало. Гномы перероют все наше маленькое королевство. Старый эльф, ты слишком переживаешь. Все будет хорошо. Святые небеса! Вас ничего не смущает? Что, простите? Вы вырыли огромную яму у меня во дворе. Дружище, не переживай. Не переживать? Мой дворец сейчас упадет. Да, придется вам с этим разобраться. Как вы смеете? Я король. О, у нас жалоба. Вам лучше поговорить с боссом. Да, точно. Рыч, рыч, рыч. Рыч, рыч, рыч. Молодцы, ребята, так держать. Добрый день. Я хотел бы поговорить со старшим. Где его? Минутку. Эй, ребята, потише, ладно? Так вот, чего вы хотели? Я хочу поговорить с боссом. Я босс. У вас назначен прием. Ему это не нужно. Он же король. Короли не записываются на приемы. Даже в парикмахерскую. У папы нет волос. Он лысый. Ну, это не наша вина. Так, мы пришли пожаловаться на шум. Какой шум? Шум из шахты. Я ничего не слышу. Этот шум. Значит так, я король, и я приказываю вам прекратить все работы. Да, дело в том, что вы король только над землей, до верхнего слоя почвы.
а под землей главный я. Но мы не можем перестать копать, это наше занятие. Мы не остановимся, пока не найдем золото и алмазы. У меня идея! Няня Плом поможет наколдовать вам золото, алмазы и камни. Отличная идея, Холли. Вот так, проблема решена. Теперь вам незачем копать. Но я ведь тоже так могу. Но что в этом интересного? Нужно копать самим. А теперь, если вы не против, нас ждет работа. Давайте, ребята, за работу! Могло бы быть и лучше. Пойдемте домой и придумаем другой план. Если никому не нужны эти сокровища, можно я их возьму? Да-да, конечно. Тишина, тишина! Итак, мы собрались здесь, чтобы обсудить проблему с гномами. Они создают ужасный шум. Они роют ямы повсюду. Они перерыли мою морковь. Да-да, мы знаем, сколько вреда они приносят. Вы можете прогнать их с помощью магии? Нет, магия фей не действует на гномов. Я знаю, как избавиться от гномов. Мы возьмем все эти драгоценности, проберемся в шахту и спрячем их там глубоко под землей. О, и тогда гномы найдут их. И они будут счастливы и перестанут копать. Верно. Отличный план. Хорошо, няня Плам за главную. Приступаем. Ну, это мой план. Ладно, вы будете оба за главных. Спасибо, ваше величество. Я все равно главнее. Мы должны спрятать драгоценности глубоко в недрах шахты. Но как мы туда попадем? Вагонетка! Точно, Бен! Подождите меня! Шахта гномов, вот и мы! Ух ты! Насколько здесь глубоко? Очень, очень глубоко. Держитесь крепче. О, нет! Рыч, будем вместе дружно рыть, чтобы золото добыть. Рыч. Как мы спрячем сокровища, когда вокруг столько гномов? Я знаю, я хорошо имитирую голоса. Вот босс гномов. Давайте, ребята, за работу! Это потрясающе! А теперь смотрите. Так, ребята, перерыв! Перерыв! Да, босс! Отлично сработано, няня Плам. Стараюсь. Так, а теперь надо спрятать сокровища. Скорее! Гномы не любят сидеть долго без дела. А вот и они! Золото! Я нашел золото! Началось! Алмазы! Здесь алмазы! Вы нашли сокровища? Да! Целую кучу! Молодцы, ребята! Копайте дальше! Что значит «копайте дальше»? Вдруг здесь еще больше сокровища? Мы всегда продолжаем копать, если находим сокровища. О, нет! Что вы вообще здесь делаете? Сюда можно только гномам! Мы спрятали сокровища, чтобы вы нашли их! Что? Мы думали, вы перестанете копать! Мы думали, вы обрадуетесь! Как мило с вашей стороны! А еще мы думали, что вы перестанете шуметь! Что ж, полагаю, весь этот шум может немного раздражать. Да, еще как! И поэтому мы заранее извиняемся. Давайте, ребята, за работу! Но... Что-то все это копание меня немного утомило. Меня тоже. Кажется, они ложатся спать. Да. У них кончились силы. Спокойной ночи, босс. Спокойной ночи, парни. Славно, теперь они проспят целую вечность. Они будут спать и спать и спать и спать. А когда проснутся, снова начнут копать. Да,
Они будут копать и копать, и копать, и копать, и копать.